Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Квест Вояж, Наталья и Андрей. Сегодня мы хотим вам показать, какие же все-таки напитки по системе Ультра все включено вы можете употреблять в отеле Риксос Премиум Сигейт. Достаточно большой перечень, но какой же, практически никто об этом не знает. Ну а мы сегодня пройдем на разведку, попросим, чтобы бармен все показал, рассказал. Конечно же, покажем все вам, что-нибудь продегустируем. Думаю, будет очень интересно. Кому будет полезен этот выпуск, поставьте лайк бонусом и переходим к просмотру. Забронировать экскурсию по самой выгодной цене из Шарм-эль-Шейха или Хургады вы можете на нашем сайте questvoyage.com.ua. Заказать такси по Шарм-эль-Шейху через Viber или WhatsApp вы также можете на нашем сайте в разделе Шарм-эль-Шейх. Друзья, начнем. Что же здесь самого вкусного? Расскажите, пожалуйста, что входит бесплатно? У нас все бесплатно. Сейчас я покажу, у нас что есть. У нас, например, это камбер. Вот, да. Бесплатно. Тоже апероль. Тоже бесплатно. С добавлением этих напитков вы можете заказать себе коктейли, друзья. Бьянка. Мартини несколько видов. Бьянка. Тоже бесплатно. Мартини бесплатно. Мартини Россо. Мартини Россо мы тоже пробовали в ресторане «Море продуктов». Бесплатно. Невероятный вкус. Рекомендую всем. И еще. Все бесплатно. Ух ты, Росса, да. Класс вообще. Все бесплатно. Вы когда приходите в ресторан, любой, друзья, а-ля-карт, по предварительной записи, также можете заказывать все эти напитки. Это самбука. Самбука. Фриль тоже, да? Тоже бесплатно. У нас два бакарди. Белый бакарди. Белый бакарди. Свет бакарди. Два бакарди на выбор. Также все бесплатно. Куба делает? Куба. Куба, да. Куба. Производство Куба. Мохито из Бакарды. Очень вкусно. Очень вкусно, да. Это можно коктейль или это можно и просто пить? Можно коктейль, как ты хочешь. Если коктейль можно, ты будешь. Если можно просто Бакарды. Все, спасибо. Мы пробовали коктейль Мохито с добавлением Бакарды. Очень вкусно, друзья. Всем рекомендую. Сейчас есть черный ром. Негрита. Ух ты, черный ром, да? Черный ром, негрита. Кто еще не пробовал, заходите. Джордан. Джордан, да? И Бифита. Бифидер. Джордан и Бифидер. А это у нас что? Хендрикс. Хендрикс тоже бесплатно. Джин, да. Джин, классно. Можно джин и стоник. Хочу повторить, что все эти напитки вы можете взять в любом баре в неограниченном количестве бесплатно. Друзья, мы только начали рассматривать общий перечень, и мне кажется, что уже столько всего, что за неделю даже не успеешь все перепробовать. Итак, продолжаем нашу экскурсию по напиткам. Любимый вариант для наших туристов – водка. Водка. Да, кто любит водку. И Финляндия. И Финляндия. И еще есть. Еще есть. Сейчас еще покажу. Империя. Водка. Да, водка Империя. Прибус. Ух ты, это классная водка. Да. И Бельведер. Друзья, огромный ассортимент водки присутствует. Любая на выбор вы для себя можете взять, поэтому с собой ничего не берите. Спасибо. Так, что у нас еще? Что-то еще есть? Да, есть. Я, конечно же, любой вариант бутылочного пива, свежевыжатых соков, соков пакетированных. А что у нас такое? Это текила. Ух ты, классно. Мы сейчас, секундочку, текила. Супер. Кофе. Кофе. Ух ты, классно. Мексика делает. Мексиканская. И еще вот такая вот. Обалденная. Вот такие вот варианты здесь есть бесплатно, повторюсь. Текила, друзья, в трех вариантах. Посмотрите. Есть кофе, есть светлые варианты. Кто пробовал, напишите в комментариях. Что это сауза и рубника. В красивых фужерах. Также, друзья, если вы заказываете коктейли, выглядит все очень изысканно. Поэтому, конечно же, стоит приходить, расслабляться и отдыхать в барах, соответственно, в ресторанах этого отеля. Это Blue Label, Black Label, Double Black Label. Прекрасно вообще, все бесплатно. Это невероятно, конечно. Red Label. Пышка вообще. А в каких коктейлях используется каких-то, да? Можно с коктейлем, можно только чистым. Можно, а какие чистым коктейли добавляют? Можно уиски сауа. Ага, то есть можно коктейли, но в основном употребляют в чистом виде. Джек Дэниелс, виски, пожалуйста. И вот такие вот прекрасные
Балантинес. Вот. А и вот он Чивас. 18-летний. Просто невероятно. Шотландцы делают этот Чивас. Это просто супер. Ну как вам перечень, друзья? Кто пробовал, напишите в комментариях. Все бесплатно. Напоминаю, что все это бесплатно. Ультра все включено в отеле Рикс с премиум Сигейт. Поэтому все супер. Так, вроде бы все, да? Не, еще что-то есть. Да? Это ж невероятно. Наташенька, ты такое хочешь разнообразить дома или нет? Мне очень нравятся коктейли, друзья, очень нравятся в чистом виде. Мы пробовали Бейлис, пробовали Мартини Бьянко, было очень вкусно. И, конечно же, когда вы ужинаете в ресторане, хочется дополнить свою замечательную трапезу чем-то очень ароматным и приятным. В коньяке тоже несколько видов присутствует, посмотрите. Мартини Сопи. И Корфезе. И вот такой вот красавец. И Хеннесси. Тоже все бесплатно. Все бесплатно. Посмотрите, да. Вот этот большой, огромный выбор коньяков. Все бесплатно, качественный, классный коньяк. Просто верно. Просто супер. Красавец. Ой-ой-ой, за коньячок. Просто великолепно. А, друзья, вы получаете за... там 1800-2000 долларов, ну, невероятное количество спиртных напитков, которые в принципе у нас в Украине достаточно дорого стоят, поэтому те люди, которые употребляют их, это вам однозначно сюда, вот вы за эти 7 дней просто, ну, насладитесь напитками, разнообразием, да, также и коктейли, то есть, ну, это просто круто. Так, это у нас еще продолжается. Это ликер, да? Это ликер. Супер. Очень люблю ликеры, друзья. Вот ликеры нужно обязательно попробовать. Сафари, Фари, ликер. Все. Дромбуэй. Малибу. Ферне Франко. Перечень невероятный. Вот, Чириданс. Чириданс вообще. Вау, ну должна просто чириданчик попробовать, да? Давай чириданчик. Кстати, ничего из этого мы еще не пробовали, поэтому... И еще. Супер. Вот. Это какой-то бальзам? Это ягермастер. Ага. 56. Класс вообще. И еще Бейлис. Конечно же Бейлис. Все Бейлис. Короче, ребятки. Это и все тоже бесплатно. Это все бесплатно. Просто класс. Спасибо большое. И шампанское, да? Да. Сейчас я покажу. Наташа, ты в шоке? Я не ожидала, что будет такой огромный перечень. Очень интересно все, конечно же, перепробовать. И что самое интересное, вы можете находиться не обязательно в одной точке. Вы путешествуете по всей территории этого отеля, остановились, расслабились возле любого бара, в бассейне, то ли будучи на пляже. Все просто очень качественно продумано, с хорошим сервисом, для того, чтобы вы могли расслабиться, отдохнуть и насладиться отдыхом в любом уголочке этого отеля. Друзья, нам сделали два коктейля. Один алкогольный, другой для Наташеньки безалкогольный. Сказали, что мы такого коктейля никогда не пробовали в жизни. А что входит в этот коктейль? Какой состав? Это мохито. Мохито. Спасибо. Ага. О, спасибо, фрукт, да? Средбул. Ага, средбул. А этот у нас какой? Это? Да. То же самое, просто безалкогольно. Все. Очень благодарим вас. Спасибо большое. Будем пробовать. Ну а теперь начинаем чувствовать праздник. Шампанское, друзья. Смотрите, какой большой перечень. Разнообразного шампанского. Я думаю, для себя вы выберете однозначно идеальный, самый вкусный вариант. У нас на канале вы найдете более 60 отелей Египта. Заходите в плейлисты и выбирайте идеальный для себя отель. Полную экскурсию мы вам провели. Надеюсь, выпуск вам понравился. Кто еще не пробовал эти все вкусняшки, иди сюда, Андрюш. Возьми коктейль. Такой коктейль можно, наверное, пить целый день. Посмотрите, какая огромная порция. Но, честно сказать, я настолько приятно удивлена, друзья. Ну, вот вежливо, понимаете? Вот попросила, расскажите, пожалуйста. Очень часто вы нас просите, снимите бар, снимите коктейли, расскажите, что как. Мы-то люди не совсем пьющие, поэтому сложно было тоже сориентироваться, все грамотно и правильно озвучить. А вот с помощью бармена он все четко, лаконично, так грамотно рассказал. И сделал нам на пробу два коктейля. Составляющие коктейля вы видели. Обалденно. Ну что, сказал, друзья? Такого вы никогда не пробовали в жизни. Это правда, я уже попробовал. Да, да, я попробовала. Это мой безалкогольный, да? По-моему, да. Аромат вот этой мяты, нежный такой, освежающий, в меру льда, и мне очень нравится, что он добавил вот этот сироп, по-моему, это
не гуава, а вот как в Доминикане мы пробовали. Вспомни, как называется, с семечками. Я уже забыл. В голове все перемешалось. Не папайя, а... Я в какой-то, знаете, как эйфории летаю, и у меня просто все уже, драйв полный. Пусть как ключик пахнет, я думаю, потом можно заснуть. Я вам скажу, конечно, спиртовой, он эффектнее. Он добавлен вот этими нотками, знаете, которые освежают еще больше. Тут просто мята больше чувствуется и лайм. Да, классно. Но спиртной, конечно, это улет. Друзья, я хочу сказать искренне, мы никогда с Наташей особо не пили спиртные напитки, но приехав в Риксос, 2-3 дня побыв в нем, вы можете насладиться и попробовать, самое главное, все напитки импортные, классные, которые, в принципе, есть на нашем рынке, да, самые-самые ходовые. И самые за 3 дорогие, дня, да? Я не говорю уже там за неделю, но если вы уже на один день сюда приехали, ну, за один день тоже можно себе попробовать, по чуть-чуть. И вы уже будете рассказывать, что вы все пробовали и для себя выберите, какой же вам напиток все-таки больше всего нравится, потому что я для себя узнал очень много нового. А что тебе понравилось больше всего? Я даже название уже не помню. А я помню. Первое, вот мне понравился очень Бейлис, второе мне понравилось Мартини Бьянка. И я бы еще попробовала вот эти ликерчики. Давай вот зайдем сейчас. Продегустируем ликерчики. Ставь напиточки. Идем брать ликерчик. Возьми чуть-чуть. И я вам расскажу, какие же они все-таки будут на вкус. Потому что, ну, очень интересно, честно. Что, начинаем? Я себе взял виски Blue Label. Это крутые реально виски импортного производства, да, одни из самых лучших. А у тебя взяли мы? У меня ликерчик. Чередан. Ах, череданчик. Ах, друзья. Ну что, ваше здоровье. Пробуем. Очень приятный аромат кофе. И, как видите, вот наливается разными оттенками и плавным переходом от темно-коричневого к светлому оттенку кофе с молоком и оттенка сгущенки. А вы можете пока не пить? Возьми просто на язык, попробуй чуть-чуть. Насколько глубокий вкус и насыщенный. Не, по чуть-чуть. Честно вам скажу, вот я вообще не любитель алкоголя, но здесь настолько чувствуются вот какие-то то ли травяные как ароматы. Бальзам какой-то, да? Очень нежно, абсолютно не чувствуется спирта, и послевкусие очень-очень приятное. И такой, знаете, немножечко тягучая консистенция, вот я бы так сказала. Да, и да. Послевкусие на языке такое немножко терпкое присутствие. Есть такое? Есть такое. Можно попробовать? Давай. Первый. Мне очень нравится, знаете, пробовать описывать эти ароматы. Это достаточно сложно тоже дается, Попробуйте. Потому что, ну, не так-то и просто все рассказать, что здесь, да? Давай. В бокале-то в одном. Ну что, за здоровье, за ваше, за наше, за все хорошее, чтобы путешествия всегда были интересными, разнообразными, чтобы вы могли себе позволить всегда хорошие отели, чтобы ваш отдых вас полностью удовлетворял, чтобы никогда не было разочарований ни в какой вашей поездке. Всегда вам рады на нашем канале. Обращайтесь к Андрею за покупкой тура. Он уже столько отелей видел, он вам посоветует самый идеальный вариант именно для ваших потребностей, чтобы вы остались довольны, правильно? Хочу вам пожелать, чтобы когда вы были на отдыхе, вам захотелось еще продлить отдых, а не как в некоторых случаях, когда вы на отдыхе, хочется уже и домой. Вот. Мы с Наташенькой домой не хотим, поэтому желаем и вам того же. Можете все здесь попробовать, я же поэтому и хочу, чтобы вы насладились всеми этими напитками, спиртными, там, алкогольными, безалкогольными, неважно, соками, вот, вкусной едой, ну, хорошим сервисом, сильно классным сервисом. Вот, поэтому рекомендую всем отель Риксос Премиум Сити. И опять-таки, кто не смотрел наши предыдущие эфиры, друзья, прямые трансляции, расскажем еще в двух словах. Кто не может позволить себе отдых в этом отеле на полноценную неделю, либо более, обращайтесь к Андрею, он забронирует отель вам на один день, либо на два дня. То есть система какая? Вы отдыхаете в своем отеле и решили какой-то из дней, допустим, третий, я переехать. Я бы пожертвовать одним из днем в своем отеле и приехать в отель Риксос, параллельно заказав, если у вас есть деньги на карте, либо вы заранее уже подготовились. Вот, один день заказали. Трансфер вам организуем. В обе стороны включен. Цена единственное, что бывает, меняется. Плюс-минус там может быть. В зависимости от, да. Тут как отель выставит цену. А вот мы, допустим, взяли сутки, нам обошлись. За без трансфера $209. Обычно примерно сутки стоят около $250 на сегодняшний момент. Плюс трансфер. То есть $250-$270 можно словить этот на отель. На двоих, да. На сутки. Бывает и дешевле, Наташа. Бывает и дешевле, да. Поэтому не стесняйтесь, пишите Андрею в личку, кто готов вот так вот кайфовать.
отметить, например, жене день рождения, либо ваш юбилей, свадьбу. Да, да, да. Вот, представьте, едете, ну, это реально в простой отель, который вы можете себе позволить, и вот так вот денек, второй, кайфуете. Не стесняйтесь, также с детками можно. Да, двое детей, с делами конечно. Двое детей. Там не такая большая разница между взрослыми, да, двумя взрослыми, да, двумя детьми. Да, да, поэтому, да, друзья, рекомендуем отель премиум Seagate Rixos. Rixos, да. А мы движемся дальше. Наташа, погнали. Есть осьминога. Спасибо, кто сегодня был с нами на этой увлекательной для меня, по крайней мере, экскурсии по всему перечню тех вкусных, разнообразных алкогольных напитков, которые можно здесь употреблять бесплатно. По системе Ультра все включено, поэтому будем благодарны за поддержку. Мы стараемся только для вас. Не забывайте награждать нас лайками, теплыми комментариями. Вы меня очень вдохновляете. И до скорой встречи в нашем следующем отеле. Всех целуем. Пока-пока. У нас на канале вы найдете более 60 отелей Египта. Заходите в плейлисты и выбирайте идеальный для себя отель.